Парулатат сохон лакер мерне, паруляна улинцар, юльник на дебене, гнай, паруляна юлинцар, юльник на дебене, партит на сорвольто, матушо, санджала, партингин на хургот, муттаго левай, гнай, партингин на хургот, муттаго левай. Холгодла берсе хойр модин гериген хортун голын көвөдө дүнгага бевелген хортун голын көвөдө дүнгага бена хола шарлы матышо санчыла хойр наста юриган чилле бевелген хойр наста юриган чилле бевелген ай Зоняла варсын го тага мөнгүн часынгин азын көккүндеренин гилди воздалы возген азын көккүндеренин гилди воздалы возген зур гелла болсо нылматышо санчала зурды нүкүлэрни күлдүл хаминде зурды нүкүлэрни күлдүл хамингин ай Дөрвінділа терісте модынё керігін дүрвэ дұндан дүнгаға бәбілгін ай дүрвэ дұндан ене дүнгаға бән дөлән дүнге қырматы шо санчала дүрвэ дәймәк тұнұттық болы бәбілгін дүрвэ дұнұтак тұнұттық болы бәбілгін ай Сокола күйдек ла сарыл я мөрігін Сомарха хұрданын мөрінгіға келіне Сомарха ла хұрданын мөрінгіға келіне Сөне айықты ла санчын серін бейсер Цокцы ясын дерінін үлін келі дәбілгін Цокцы ясын дерінін үлін келі дәбілгін ай Парулла татсо хөлі кермеріне Паруллана юлінцар гүлінің нәді бәбілгін ай Паруллана юлінцар гүлінің нәді бәні Парти сорғолто матышо санчала Партингін на хургатын ұттық олы бәбілгін ай Партингін на хургатын ұттық олы бәбілгін ай Партингін на хургатын ұттық олы бәбілгін ай Родился я в Элисте в 76-м году и рос можно сказать, не в обычной семье, потому что и мама, и папа с детства меня приучали. Водили на концерты, с ними ездил на гастроли. Ходил в 10-й садик, учился в 10-й школе, потом переехали на 8-й. И на 8-м я познакомился, можно сказать, с хореографией где-то в классе 4-м. Не думал, что пойду профессионально танцевать. Просто на тот момент, можно сказать, подражал увиденному с детства искусству родителей, искусству хореографии, потому что рос в ансамбле «Тюльпан», как говорится, закулисный ребенок. И, можно сказать, с кровью матери во мне какая-то частичка закралась. И где-то в классе 6-м, когда Петр Тимофеевич Надбитов организовывал хореографическое отделение, меня отобрали артисты на тот момент государственного ансамбля танца «Айраты» Александр Унгульдушев и Юрий Басханжиев. Они приходили в нашу школу в 19-ю и был отобран в числе многих ребят. Еще, как сейчас помню, была предвыборная кампания Кирсана Николаевича Румжинова тогда. На тот момент. И первые гастроли мои состоялись в Юсинский район. По окончании училища меня пригласили на тот момент в ансамбль «Тюльпан». И где-то с 95-го года я, как пришел в ансамбль «Тюльпан», за месяц выучил программу и вошел в программу. И с тех пор танцую. За весь период моей работы в ансамбле «Тюльпан» было очень много казусов, незабываемые поездки, очень много хорошего, очень много тех воспоминаний, командировок, которые прошли за всю мою хореографическую жизнь в этом коллективе. Я очень с большой теплотой, с большим таким переживания, всегда переживаю за свой коллектив, потому что этот коллектив был основан еще в 1937 году. И
На данный момент я уже третье поколение, которое отдает свое искусство этому ансамблю. Я надеюсь, что и после моей работы в ансамбле «Тюльпан», может быть, мои дети сейчас на данный момент, средний сын мой, Джалсан, входит в ансамбль «Тюльпанчик». Ну, какие-то наметки есть, я не буду загадывать. Я надеюсь, что наша династия на этом, на мне не закончится. Я надеюсь, что и мой сын будет продолжать это искусство.